Добрый вечер, дамы и господа. Вы смотрите телеканал ТВС. Это интерактивное музыкальное шоу «Земля воздух». Сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Мамонов. Петр Николаевич, в одном из тех интервью, которое уже давно неправда, как выяснилось, я прочитал о ваших музыкальных пристрастиях и был очень удивлен, узнав, что вы, ну, во-первых, любите классический рок, что вполне объяснимо, и из современной музыки цените продукцию независимых британских лейблов. В частности, вы в нескольких интервью говорили про Ninja Tunes, которые Cold Cut выпускают, и многие другие команды, которые как раз на лезвии электронной музыки сейчас находятся. Вот чем ваша любовь объясняется именно к электронике? У нас же как? Алло. Работает, да? Это проблема всех фонограммных артистов. На микрофоне. Включите, да. А, ну ладно, не важно. Спасибо. Да, проблема всех. У нас же как? Я вот шел вчера, еще не закрылась, а она уже моет. Как на Западе она хочет, чтобы улицу уже моют перед кафе. Вот. Но только пока еще не закрылась. И чебуреки, и соды прямо сыпят, и в нос прямо все. И я вот губы обжег. Мне прямо бульон горячий, прям на морду. Раз, ой, ну, вот сюда, да. Вот, что получилось. Какой тут Ninja Tune? Какие тут? Вот. Музыку я... Поэтому я музыку слушать завязал. Вот. И занялся уже какими-то проблемами социальными, вот, обеспечение, вот это все, развитие наших налоговой службы, вот, и я учитываю, и так далее. Короче говоря, надо уже глубже вникать, строже, помягче с одной стороны, и где-то уже находить общий язык, все-таки, я думаю, пора бы уж между нами всеми, во-первых, потом. Ну и, в общем, проблем-то нерешенных масса. В политику не собираетесь пойти, Петр Николаевич? В политику. Кого? Ну, там, в президенты, в сенаторы. Нет, я же... Почему вы меня так все время хотите на вид поставить? Я обычно из всех из толпы в троллейбусе езжу. Я никуда я не хочу. Я хочу на собственном месте протестовать. Чтобы мне соду в нос, чтобы я губы вот здесь не шепелявил, чтобы я у вас. Из-за того, что мне соду в нос, и я губы обжег. Вот что я хочу. Я гражданин или нет? А вы меня хотите, чтобы я куда-то... Зачем мне там? У нас командиров очень много. Я хочу быть одним из них. Вот из тех, кого... Из тех, кем командуют, или кто командует? Из тех, кто жив-здоров, чего и вам желаю.